о вечной мерзлоте, мамонтовой фауне, этнологической экспертизе и других законопроектах говорили сегодня на встрече депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский и министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев. Они также обсудили вопросы о накопленном ущербе экологии Арктики и о деятельности Роскосмоса. В Якутии экологическая обстановка намного отличается от других регионов. Здесь и вечная мерзлота, и промышленные недра, и многое другое, что требует особенного внимания. Обещаю оказывать содействие в рамках своих полномочий в нашем комитете по природоохране и экологии в Государственной Думе. Как вы знаете, этот комитет впервые создан в 7-м созыве. И после года экологии мы чувствуем всеобщее внимание по всей стране к вопросам природоохраны. И в Республике Якутия они ощущаются тоже очень сильно. И есть много точек приложения усилий и федеральных, и региональных, над которыми нам стоит вместе поработать.